все льет и льет, как из ведра. Ты пошел по стопам отца. Все время занимаешься, совсем не жалеешь себя. Решил стать рыцарем во что бы то ни стало и добился своего. Сокрушитель зла выбрал тебя. Ну что тут скажешь, ты молодец. Но если... Если бы... Однажды ты понял, что тебе не дано владеть мечом. А все вокруг твердили бы про предназначение, про твой долг, что ты обязан стать рыцарем просто потому, что твой отец тоже им был. Вот если бы все так говорили, ты все равно стал бы рыцарем.